Взломщик. Проникните в особняк и добудьте 6 яиц с часами, а также как можно больше фамильных драгоценностей, картин и монет. Так, а здесь у нас что появилось? А ну это ладно. Так, хорошо, идем. Если вещь выглядит что-то там. Цели. Украдите 6 яиц с часами и покиньте особняк. Проникните в особняк и добудьте яйца и как можно больше ценных вещей. Так, какие-то часы. А, это яйца, это монеты, статуэт, какие-то картины. Не дайте себя обнаружить, никто не должен знать, что вы здесь были. Результаты, чтобы получить больше очков, оглушайте стражников, а не убивайте их. А еще лучше вообще избегать их. Чем больше дополнительной добычи вы соберете, тем больше очков получите. Особый особняк полон секретов, так что будьте внимательны. Конец испытания будет провалено, если вы умрете или вас заметят 3 раза. Так, взломщик, средний тип, скрытный режим. Хорошо. Проникните в особняк и добудьте яйца и как можно больше ценных вещей. Не дайте себя обнаружить, никто не должен знать, что вы здесь были. Особняк полон секретов, так что будьте внимательны. Так, 6 яиц надо собрать, 3500 монет, и 3 раза нас могут обнаружить. Так, я уже посмотрел, где Эмили находится. Где-то в секретной комнате на 4-м этаже. А после активации лампы на лестнице и получения монеты и слитка вернитесь к столу, и кукла появится вместе с другой монетой. Хорошо, потому что, чтобы их не искать самому, потому что это, здесь тем более она, ее изначально нет, она потом появится. Так, что у нас здесь есть? Так, опять все перенастраивать. Так, почему нет? Так, 9, 6. Ну, это как я в первой игре играл. Первую часть. Это у нас на 4 было. 3. Так, арбалет есть. Он был у нас на 2. Так, хорошо. Так, все, хочется сохраниться. Но сохраняться здесь нельзя. Так, что мы делаем? Сначала мы изучаем местность. Вас заметили, осталось 2 попытки. Так, здесь, значит, еще один у нас. Наружу 2 их. А, у тебя тоже 10 монет. Приз за скрытность. Не провалено. Чем мне тебя не убить-то? Как странно. Ладно, 3 раза меня обнаружили. Я думаю, 4-й раз тоже обнаружат. Главное туда, в пропасть не упасть. Так, черный ход. А, без всякого ключа. Так, а здесь у нас же получается превращаться мы не можем. Можем время останавливать. Так, картина, по-моему, под 300 дают. 300 монет. Яйцо Дрискаля. Здесь никого нету. Так, то есть это к монетам не относится. Так, хорошо. Ну, здесь только в этом режиме надо бегать. Пока изучаем особняк. За куклой сходим. Так, здесь еще один. Так, не успел. Так, 2-ю собрали. Ну, туда пока не пойдем. Свистит. Может, где-то наверху. Так, с той стороны. То есть 2 яйца у нас внизу было. Я просто запоминаю 2 яйца, походу, здесь. А это надо... А, можно открыть. Так, хорошо. Походу, здесь тоже только 2 яйца. Так, там что-то есть.
А, футляр. Так, хорошо, тоже дорогой, походу. А, фальшивая книга. Интересно. А, вот слиток. Так, и сейчас здесь появится кукла, нет? На столе. А, видимо, это только на четвертом этаже все-таки. В секретной комнате на четвертом этаже. Значит, просто секретная комната не одна. Хорошо, ладно, идем дальше. Я не думаю, что мы сейчас с первого раза пройдем. Тем более у нас арбалет, сколько, один остался. Там по-любому на четвертом будет, наверное, больше всех. Всех больше всех. Да и обнаружить нас могут только один раз. Так, сейф. А, сейф без кода. Могли бы и код какой-нибудь сделать. Так, хорошо. Здесь вроде все обошли. Так, теперь здесь что у нас? Этот еще выше находится. Фальшивая лампа. Десятка. И все. Оу. Вы меня чуть-чуть напугали. Слиток. 100 монет. О, кукла. А это не четвертый этаж. Еще десятка. Да, они меня напугали. Что-то я не думал, что здесь будет что-то из мистики. Не люблю я, когда вот так разворачиваешься, а там все другое. Так, хорошо, куклу Эмили мы нашли, это хорошо. Но это опять же, это третий этаж. Там написано на четвертом этаже. После активации лам. А, ну после активации лам. Но все равно это третий этаж. Так, нам все-таки туда, там двое. Одного попытаемся так придушить. А, там тоже двое. Так, и здесь уже бегать нельзя. Так, ты давай. Нет. Звуки не издавай. Он лежит, шевелится. Так, идет сюда. Заметит, наверное. Так вот только если. Так, все, арбалетов у нас больше нет. Нам надо еще 1000. И еще эти яйца. Так, у нас еще время, да, замедление? Замедлить время можем. Только я не знаю, как полностью, не полностью. Сейчас узнаем. Полностью. Так, пока что спрячемся. Сейчас мы его тоже оглушим. По-моему, еще один должен ходить. Не знаю, правда, где. Может быть и нет. Мы монет очень... Ой, это очков очень мало у нас. Это не так прям. Ладно, пока просто изучаем. Все равно не хватает. Может еще... Нет, больше этажей нет. Так, странно. Больше этажей нет. Так, почему-то здесь не показывается. А, показывается. Хорошо, камея. Так, и где еще 250 монет?
очень интересно. Может, еще какая-то дверь есть? Ладно, пойдем вниз. Внизу мы не все собрали. Так, ну здесь мы все забрали. Куклу мы забрали. Всех оглушили. Так, здесь монетки. Все их забрали. Стартовая точка. А зачем нам на стартовую точку? Вы нашли все яйца, вернитесь к стартовой точке, чтобы завершить испытание. А, 3500 это максимум из возможных. Это получается, мне не надо все 3500 собирать. Это как бы максимум допустимое. Так, мне все равно интересно, где еще может быть. Мы же не все нашли. Я пытаюсь находить все через это видение. Так, вот. На первом этаже. Что такое? Главное, чтобы никого не было. Так, это, по-моему, 20. Это немного. Где-нибудь, наверное, еще будет амулет Камии. А, мы вначале здесь не проходили. Вот, да. А, нет, пересекает орёк. Не то. Не то. 15700. Все равно мало. Очень мало. Так, еще где-то 150. Ну, может, снаружи где-то. Может, там вообще где-то. Хотя тестировать-то особо не хотелось бы. Здесь точно нету. Так, еду. А, вот там что-то есть. Так, редкая карта, 75 монет. Так, хорошо, 50 монет осталось. Это что-то типа... Какая-то одна деталь, наверное. Сейчас мы ее тоже найдем. О, кит. Прикольно сделано. Кит. Надеюсь, на китобойню ты не попадешь. Так, ищем еще 50 монет. Тогда будет хорошо, потому что мы найдем, грубо говоря, все, что имеется на этой локации. Главное не упасть. Вот. Вот, кошель как раз 50 монет. А нет, 10. По-моему, 50. Ну, иногда, видимо, дает 50. Так, здесь нету. Все равно будем перепроходить, поэтому сейчас мне важно... найти все доступные места, где можно собирать монеты. Там нету. Неужели внутри что-то забыли? Уж дом-то мы, по-моему, весь прошли. Единственное, если только у кого-нибудь у стражников. А вот тут монетки снизу. Всего лишь две монеты. Не хочется туда подниматься, будет все долго. Так, кран нам ничего не дает. Так, ну, по всей видимости, придется подниматься. Как по-другому-то? Может, у стражников? Вот, у стражника. Что мы взяли? Пистолет, по-моему, взяли. Здесь, может быть, еще наверху где-нибудь. Надо на тот балкон выйти.
Так, проверяем стражников. Мы, в принципе, их перетаскивали, поэтому мы по-любому бы у них все забрали. А, вот, на столе монетка. Опять же, одна. Так, здесь две монетки. Ну, там я не думаю, что что-то будет там. А крыша тоже не видно ничего. Так, не знаю где. Без понятия. Это очень удивительно. Найти в любом случае мы можем. Оно где-то спрятано. Мы уже все обошли. Так, ладно, я думаю, мы, наверное, остановимся на этом. Черный ход. Ладно, 4... Ой, 3465. Больше мне не найти. Так, нашел. Их незаметно. Это маленькие монетки. Так, если присмотреться... Здесь еще радиус у нас небольшой. Надо быть рядом с монетами, чтобы их обнаружить. Так, хорошо, ладно, уходим. Может, здесь где-нибудь. Главное, там мы знаем, что есть. О, вижу. Так, еще. Еще 13. Так, ничего не видно сверху. Не видно. Внизу тоже не видно. Ладно, я думаю, все не обязательно собирать. Тем более, если их не видно. Где-то пропустили. Так, не та кнопка. Испытание завершено. Получена картина. В галерее появилась новая картина. Яйца 6, трофеи 3487. Не знаю, это по игроке 0. 0000. Погружено в сон 9. Мертвые враги 1. А, наверное, за него, конечно, итог плохой. Находки нашли. Так, мы в любом случае повторяем. Теперь надо как-то по-быстрому собрать все это и не быть обнаруженным. Не успеем, наверное. Не то делаю. И опять все сбросились. Ладно, этого можно убить. Да, в принципе, надо перепройти. А, мы не умираем. Серьезно. Появляемся здесь. Можно просто прыгать вниз. Хорошо, я не знал. Так, начать испытание заново. В таком случае... Ладно, будем использовать режим стелс. Так, вот это такое все меняется. Не очень привычно. Это плохо, что оно все меняется. Если оно будет меняться постоянно. Так, хорошо, то пока не трогаем. Делаем так. Этих не трогаем. Так, все равно запалили.
Слишком жестко. Ладно, пойдем через хор, черный ход. Я так понимаю, здесь именно надо пройти так, чтобы меня вообще не обнаружили. Значит, надо перемещаться. Так, опять все сбилось. Ладно, будем привыкать. Единица зрения, двойка петет, тройка, четверка, пятерка. Пятерка — это дротики. Так, мы упадем. А чтоб он отвернулся. Нашли. Да как вот так могли? Как меня обнаружили? Так, сколько, наверное, сразу минус? А если мы здесь упадем? А, мы здесь появляемся. Хорошо, это удобно. Так, ладно, заново. Попробуем по-другому. Все, теперь не должны обнаружить. Так, будем избегать их. Что нам остается делать? Только избегать. Кнопки очень, очень неудобны. Все-таки переделаю. Я уже привык, как там было. Они все меняют. Так, этот за стеной там. Он, может, сюда сейчас пойдет? Да, пошел. Здесь все собираем. Здесь внизу двое ходит, получается, только. Так, у тебя ничего нету. Ладно, идем на второй этаж. Аккуратно, аккуратно. Его не трогаем. Не знаю, как они, какой у них маршрут. Пойдут они сюда, не пойдут. Надеюсь, не пойдут. Там на балконе. Вот серьезно. Как он меня не заметил. Так, то есть это тоже в этой комнате ходит. А, здесь их трое. Бог, что через стенку нельзя забрать. Ага, сюда пошел. И сюда. Так, хорошо. Так, это сейчас выйдет, да? Это пока не выходит.
Так, этот бежит куда-то. Он меня еще не спалил. Так, да, так, опасненько, опасненько. Так, это все забираем, забираем. Очков, правда, все равно маловато как-то. Здесь, может быть, надо на скорость. Там еще мало набрали. Так, пока он сюда не зашел. У этого еще кошель можно забрать. Ну ладно, потом. На обратном пути. А он даже под тумбочкой смотрит. Интересно. Так, было бы хорошо забрать вот это. Аккуратно, аккуратно. Вниз он не пойдет. Да, очень хочется их оглушить. Так, он сразу туда, а нет, разворачивается. Вот ту штуку я хочу забрать и, в принципе, идти дальше наверх. Этот не дает. Тот возвращается. Плохо, плохо. Ладно, снизу, что на, снизу на, нас бы еще не увидели. Так, давай иди за ним туда. Да, очень-очень бесит. Так, ну время мы больше останавливать не сможем. У нас не хватает. Но когда его используем, у нас мана не восстанавливается. Это очень плохо. Как по мне, полное дерьмо. У нас нарушитель. Серьезно. Сам придумал. Да хорош ты. Ты что туда больше не ходишь? Как мне наверх теперь забраться? Я так не хочу проходить. По-любому развернется. Не разворачивается. Ладно, получается, когда он сюда подходит и туда вниз, в принципе, это много времени у нас пройти за спиной. Другого времени у нас походу нету. Сейчас он будет спиной стоять. И он развернется же, да? Да. Может, туда телепортнуться просто? Как-то неудобно. Очень неудобно. Тревога, но это вы врете. Так, хорошо. Выбрали момент. Так, теперь здесь что? А, на третьем этаже никого нет. Это хорошо. Так, сейчас эти опять появятся. Если я буду смотреть туда, так не получается. Так, ну ладно. Так, теперь разбираемся с четвертым. У нас здесь двое стоят, один идет сюда. И заходит куда-то внутрь, в помещение. А это так и будет стоять?
тоже, наверное, куда-то сейчас пойдет. Здесь кто-то шастает. А почему ты меня заметил? Просто так? Мы вроде шум не издаем никакой. Может, конечно, туда идти, но там прохода нет. Вон там еще один идет. Очень-очень неприкольно. Нужно ловить момент. Давай, уходи. Опять будет смотреть на картину. Ладно, в принципе, он это делает слишком долго. Так, а это сейчас сюда пойдет, да? Я не знаю, спалит у меня нет. Скорее всего. Если что. По-другому никак. А здесь некуда. Я попытался наверх. Да, здесь уже никуда не спрятаться. Так, второй, наверное, сюда придет сейчас. Главное, чтобы тот не пошел. Он же может сюда тоже пойти. Это сейчас сюда пойдет. Так, тот стоит, это хорошо. Туда пошел, да? Ладно, оба сюда идут. Так, ну все, вроде тот там останется, надеюсь. Да, тот у нас стоит только там. Хорошо. А здесь больше никого нет. Их было всего лишь трое на этаже. Здесь можно все спокойно собирать. Вот этого очень не хватало. Так, 21 тысяча. Не знаю, наверное, опять не получится. Наверное, не получится. Здесь, видимо, надо вообще никого не трогать. Тогда можно 30 тысяч выбить. Хотя, в принципе, еще 1000 монет. Там дают, по-моему, за 2 монеты 80. 40 за одну. 4000 можем, наверное, еще выбить. Ладно, пособираем все. Все, что есть. Где-то здесь еще что-то было. Вот это надо забрать. Так, по-моему... А вот монетки здесь. Вон там монетки. Так, на этом этаже вроде как все. Нет, вот там что-то еще. Эту дверь мы не трогаем. Отсюда вряд ли мы спустимся вниз. Можем, конечно, спрыгнуть. Там эти еще ходят. У них еще надо забрать. Туда надо забрать. Так, сколько у нас сейчас? Не пишут так. Не пишут. Так, чтобы получить больше очков, оглушать стражников, а не убивать их. А еще лучше вообще избегать их. Чем больше дополнительной добычи вы соберете, тем больше очков получите. Как-то нету больше ничего. 30 тысяч надо. Надо как-то набрать. Так, ждем, сейчас он развернется. Хотя есть ширма у нас. Давай, отворачивайся.
Отворачивайся. Ты намешаешь. Только глянь. Так, здесь прохода у нас нету. Хорошо, получается, теперь нам надо здесь как-то опять. Так, здесь тут очень неприятный. Чтобы все-таки оглушить. И там второй к нему будет выходить. Максимум туда можно попасть. А, не то нажал. Ладно, раз нажал. Не то нажал. Хотел телепортироваться. $791 за пару монет. А, 28818. Нормально. В принципе, мы 30-ку можем выбить. Так, надеюсь, ты туда пойдешь, да? Смотреть вниз. В принципе, у нас есть время пробежаться. Прекрасно. То есть это лучший момент, когда он внизу что-то ищет. Сюда он уже не пойдет. Так, теперь нам осталось только забрать вот там что-то. Этот сюда пойдет. Да, по-моему, он сюда пойдет. Ну, что поделать? Может, того тоже убрать? И единственный остался, кто мешает. Мы, наверное, первый раз так мало получили, потому что у меня два раза меня засекли, и это по-любому нам все снизило. Так, что он не разворачивается. Должен развернуться. Смотрит вниз. Теперь разворачивается. Потому что не очень хотелось бы, чтобы он меня спалил. Тот, ладно, тот сюда не заходит. А вот этот, он, по идее, должен с балкона уйти. Один спит. Так, ты серьезно не уходишь с балкона? Ну ладно. Мне казалось, он должен уйти оттуда. Так, 31 тысяча есть. Все это забрали. Все, 3,348. В целом нас все устраивает, теперь нам надо как-то выйти. А нам лучше выйти, наверное, с балкона. С балкона у нас не получится. То есть спрыгнуть мы можем, конечно, в бездну, а если мы умрем. А у тебя еще. А, не-не-не, это не надо. Это нам не надо. Так, теперь самое неприкольное этого обойти. А вот он опять вниз смотрит. Ладно, с этим нормально. С этими как теперь? Сейчас меня спалит. Не получается. Так, тоже не получается. Хорошо, хорошо. Пока все хорошо. Так, там все плохо. Идем через черный ход. Ладно, не трогаем. Так, теперь здесь что? А, он может меня спалить. Он может меня спалить.
Тут за тем уже не пойдем. За теми монетами. Нам они не нужны. Так, этот разворачивается. Так, все отлично. Испытание завершено. Это было, да, не очень-то и просто. На первый взгляд вроде быстро пробежались хорошо, а второй раз уже, да, так себе. Испытание доступно. Теперь доступно испытание взломщик, экспертный режим. Даже боюсь подумать, что там. Получена картина. В галерее появилась новая картина. Так, скалов. Яйца 6, трофеи 3377. Куклу мы в прошлый раз нашли. Так, главное, что на 3 звезды. Новый рекорд 34753. Хорошо. Меня устраивает. Все устраивает. Так, покинуть испытание. Смотрим, что у нас получается. Так, эти мы прошли. Эксперт открылся теперь еще раз. То же самое. Скрытное передвижение сильно затруднено. Вы лишены особых умений. Это будет плохо. Некоторые двери и сундуки заперты. Драгоценности находятся в случайных местах. Проникните в особняк и добудьте 6 яиц с часами. А также как можно больше фамильных драгоценностей, картин и монет. То есть, в принципе, то же самое, только у нас будет мало. Не, ну, по идее, зрение должны оставить. Хотя могут и зрение забрать. Хотя, в принципе, если там будет столько же стражников, то мы уже запомнили, где они находятся. Так, картина. Точнее, это галерея, что нам открылась. Кармайн Хаунд. Статуя. Статуэтка. Масштаб. А еще приближать, может. Бронзовая. Здесь тоже можно приближать. Хорошо. Would you be so kind? Absolutely. Absolutely. Let me. Yes. Так, хорошо. И четвертое. Соколов. Вот здесь у нас. Паяверный 12. Рисует. Хорошо. Идем дальше. Следующее испытание.